Время стоит сенокосное, свозятся травы в стога. Ты видишь, за спиной косцов сверкнули косы блеском чистым. Так воспевали поэты время сенокосной страды. Поэзия современного труда не в звуке косы, а в гуле моторов. Велики заливные луга колхоза «Большевик» Кушнаренковского района Башкирии, около 300 гектаров. Это передовое хозяйство успешно выполняет все обязательства по заготовкам. Кормов заготавливают столько, что могут даже часть из них продавать государству. Здесь ничего не пропадает. Стараются использовать все, что родила земля. Вот крапива. Известно, какой это кладезь витаминов. И что еще очень важно, гранулы, которые изготовляют из нее, можно хранить долгое время. В разную пору всем найдется работа. Ведь есть же такие участки, где современной мощной техники просто не развернуться. И тогда выходят на помощь колхозные пенсионеры. Пригодится и старый дедовский способ –